Ну вот уже сегодня 4 февраля 2014 года. Замечательная зимняя погодка. Морозы, солнце, день чудесный. И вот мы выбрались на замечательное мероприятие под названием фотосессия в честь приезда Катюшки из Москвы. Сейчас мы пойдем на одно из самых крутейших достопримечательных мест в нашем городе. Это стадион имени Динамо, где мы будем фотографироваться и сниматься. Эй, красавчики, повернитесь. Как настроение? Вот какие просторы открываются перед нашими взорами. Солнечное, смело. Тимофей, любитель видеосъемок, сейчас он даст нам интервью. Тимофей, как настроение? Хорошее настроение у него, поэтому все будет хорошо сегодня. Специально для вас из города Смелый, февраль 2014. Марк, передай привет. Сюда надо. Это Карпаты или Швейцария. Вот просторы, просторы, просторы нашего замечательного городка Смелый. Городка Смелый, городка Смелый. А вот и лучшие представители этого города. Катерина Людвиговна. Людмила тоже Людвиговна. И Марк Людвигович. А ну повернись, там солнце светит, тебя не видно. Там где-то Тимофей наш прыгает по сугробам. Тимофей, помаши! Сегодня уже 4 февраля 2014 года. Замечательная морозная солнечная погодка. Наконец-то на Украину пришла сибирская зима. А мы решили сегодня запечатлеть приезд Катюшки, а также наступающую юбилейную дату нашей годовщины свадьбы, 20-летие. 20-летие нашей совместной жизни и также замечательной семейки. Семейки веселой. Катеринки, Катеришки, Катеринки, Катюшки, Маркушки, Тимушки. Вот так. А туда тем. Ух и солнце, я прям не могу. Можно было и очки пройти. Нет, по-разному. По-разному. Мальчики, сюда. Сори. Марк, идите. Я не могу. Не прими руку. Да хватит мне. Стекай. Бежи, давай. Я тоже сюда. Давай, будем оттуда, берем сюда. Нет, ну все, тут давай, прыгай. Макушка влезла. Сейчас оставлю немножко макушки.
погас. Потихоньку бежи. Давай. Ты делаете что-то? Что вы стали? Як? А ты так интересно сделал. Ты такой непростый, Тима. Вау, давай тогда, действительно, надо сюда. А мыши? Мама на руки возьмите. Мама, бери маму на руки. Посмотри, серые лица, видишь? А вот вспышкой, вот видишь? Ага, смотри. Еще раз, Кать. Давай. Опа. Пап, волосы. Какие? Ты говоришь, так красиво. А мне вчера. Ну как это вчера? Что, пошли еще гулять. А ну, спускайте так... меня одного. Конечно, можно. Да, я вижу. Скоро вперед. Теперь меня одну давай. Я следующий, я Ваня. Мне нравится, что это еще более древний. Ну давай, мне все равно. Так, попу, я вот так сейчас фотографирую. Берись. Фотосессия продолжается. Сегодня 4 февраля, а 17 февраля исполняется 20 лет, как мы поженились с Людмилой Владимировной. И вот 20 лет прожили в счастье, любви, в согласии, в мире. В результате появились у нас трое замечательных деток. Катерина. Прошу любить и жаловать. Марк. Да, и Тимофей, который очень любит фотографироваться и сниматься. И позирует. Маня, дай сумку. Быстрее потом будем разбирать. Все, нет, нет, там просто волосы, больше как мама. Я пойду, там купить не могу. Ладно, вот это правило. Так, не надо мне. Три вот так. Вот так, сфоткайте, пожалуйста. Марик, ты можешь отойти со своей камеры? Так, так, делаю сальто. Катюха. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Кто какие люди? My face and the moment fun, can moment can this win and boo! What's up, nigga? It's for me, gin and bow. In the school to win 19, for me, whoa! Та не, не потушу. Мам! Марк снимает. О, вы там стойте, стойте там сзади, да. Давай. Сейчас
собственно, заседать и наоборот искать лопатник.